худого. Перепила, да, его? До худого. Крендели забрали. Скорую. Давление его долбанулось, что ли, хрену. Ну, погодка вот к вечеру. К вечеру похорошела. Новослободка, Новослободка. Тут как-то повеселее, чем на Савеловском вокзале. Люди попозитивнее. Без бестолковых этих заморочек живых. Без качалого, гнилого. Хотя один тоже вчера в больницу уехал. Недооценил соперника. Первый ударил и проиграл. И сегодня жалко парня, ни за что. Сотрясение головы. Ударился, видимо, об асфальт, об плитку Собянинскую. Все нормально у него. Притворюшка дядя Хрюшка. Притворюшка. Не хочется выходить, там холодок, наверное. Забежал туда быстро. Чудаки мы. Ох, и чудаки. Так, что мы там делаем? Чего там, кстати? Ебал его. Да, блядь, чего, блядь? Ну, не берут его нам. А он что, не вылазит? Вылез? Кое-как. По кому пошел? А, вон, через дорогу пошел. Дебил этот кусок, блядь. Еще не хотел выходить. Скорая помощь должна работать, блядь. Поссать захотел. Кирюха, вызови, я ему выведи, заведи, да. Блять, да ты дебил от кусок. Чудак человек. Еще какой чудак. Саня, есть два сурья? Нет. Охренуно. Сейчас посмотрим. А зачем тебе два сурья? Сухарики. Сухарики? А это? Купим. Адреналин? Там горилла. 65, по-моему, да, стоит. И два сухарика себе. Окей. Ксюшка засланец. Заслали в магаз. Ох, девчонки, милые создания. Идет она, ничего не слышит, не видит. Все, пошел крендель куда-то. Дима. Смотрите его у радио Башки, где-то он там интервью давал. Двадцать пять минут. Подписчики будут ехать.
Что интересного? Что-нибудь интересного сегодня произойдет? Вам горилку отдать или нет? А горилку, да, горилку. Какие будете? Спасибо вам огромное. Так, ты когда, сегодня пекла? Да, сухарики. В основном всю ночь нахуй занималась этой хуйней. Да? Больше делать нехуй было. А, белого нету, да? Да. Пекла сухарик. Поэтому, извините, пришлось заниматься делами. Да какие ты будешь жить, а? Да похер, вот. Семга и сыр. А у меня... А у тебя? Со вкусом колбаса и хрена. Ну, самое главное, хрена. Хрен бы не стал чуть-чуть. Я понял. 25 да. минут в пробке они едут. Через 25 минут было. Ну, если что, я могу иногда. Дорогие наши засыпать. Подписчики. Где-нибудь там. Юля, Владимир, Наталья. Ну, я, если спасибо что, вам огромное. Найдете. Ну, да, там за ноги тебя отволокем туда. Там. Сон дренаж, блядь, поймаем. Ну, а этот что сидит, мечтает. Слышишь, ты не перепутала? Нет, не перепутала. Ксюха, вертолет, блин. Так. О, всем раздала. Всем раздала о себе. Что это было? Какой-то снаряд пролетел. Гуля, гуля. На. Хорошенький. Да, смелый. Или жрать-то хочешь? Да. Ты мой красавчик. Птица мира, блин. Мои гости тоже войны не хотят. Не хотят войны. Ну давай, смертельный трюк с ладошки. Давай, не ссы. Ну, сделай контент, Вася. На очко. На. На. На, секундишка. Все, больше у меня нету. А, вон там что-то еще есть. Все, приятного аппетита. Звезда Ютуба. Ксюха! Тебе подписчики приехали, ёпте. Хватит я дрыхнуть. Сплю. Хватит дрыхнуть. Нет. Мяу. Я спать хочу. А водку привезли? Если водки нет, то тогда я сплю. Ну, конечно, привезли, ёпте. Наверное. Не знаю. Сейчас пойду узнаю. Подписчики её ждут. Ей похуй. Звезда. Звезда. Чего хочу? Тебя зовут к столу. И че, за ноги отволочить туда? Не надо.
Эй. Так хорошо задолбалась. Кикимора. Кикимора, кикимора. Сплю я. Где ты клевала, блядь, просом? Не скажу. Я въебалась, не подскажу. Пошли водку пить. Собаки заживают. Водку пить пошли, земля валяться. Куда, далеко идти-то? Да вон, за мусорку. Машина вон стоит с капотом, с открытым. Ну, вон, там... жопа серебристая торчит. Ну, вон, за дерево. Ага. Сейчас, подождите, приду к себе. Нет, я еще живой. Ой. Еще какой живой. Так. Всем собакам на зло буду жить. Бросает Ксюха курить. Все. ЗОЖ. ЗОЖ — это все пиздеж. Так, мне сейчас... Что, уже кабинет закрыт, да? Не знаю, сколько времени. Да, посмотрите, слышно. Да, нет, еще не закрыт. Значит, надо туда сначала сходить. А это что, чехол или сумка, что это такое? Да, сумка, чуть-чуть это. Чехол подорвана. От гитары, да? Я ей ебу, блядь, от чего она? А, сумка просто. Разумно. Я думал, от гитары чехол. Мне какая хуй разница будет, на чем лежать, блядь, картонку нахуй, все спиздили, пидорас. Ну, это не ладно, блядь, хулиган в него. Че, не знаешь, что делать? Поебальнику. А, ну, если только осталось так, на, нахлестать, блядь. Нахлестать. Дуй, дуй в туалет, подходи туда. Сейчас, подойди. Дуй. Да, вон, серебристая, за деревом. Так. Так. Не надо меня снимать. Я стесняюсь. Сука, беги. Беги, 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 беги. Беги, беги, беги. Вот тебе это надо, да? Кочерыжку. Борода. Флай. Наш новый персонаж будет. Флай. Нормально. Флай. Ты сколько лет на улице? 40 лет. 40 лет, да? Сколько тебе лет? 47. 47? Да. 7 лет ты на улице, да? А сколько матери? Матери 56. 56. Да. А дочери твоей сколько? Ты сказал вчера 31. Какой ты чё? 31 я только её сотворил. Ты чё? Аслан, ты чё? Слышь, сосед. 31 я только её сделал. Ребята, я вам... Подписчики, вот я вам... Завтра... Тебе мать в 9 лет родила, да? Ребята, как там Израиль, да? Если есть Израиль, Израиль. Кто-нибудь, ну, точнее, евреи, короче. А ты с Израиля, что? Да. Помогите человеку, чтобы 50 тысяч его набрать, чтобы паспорт восстановить. Сейчас границы с Израилем закрыты еще. Хуй ты туда уедешь. Там, блядь, воюют. Не воюют, а это коронавирус ебаный. А, коронавирус? Мы тут, блядь, с тополиным пухом воюем, заебал летать. Дорогие ребята, на собрать 50 тысяч этому молодому человеку с Израиля. Сделаем все совместное доброе дело. Не, надо. Здорово. Здорово, корова. Как сам, брат? Как сало, килограмм. Голодно. Космосу гиб-гиб-гиб, ура. Че, Мань? Вот пиздец, опять. Я ее измотал, блин. Ну она еще. Положил, еще сильнее опухла, блин. Ну, а поедешь идет в больницу? Там гноить. Больничку надо. Нет. Ну а че, нет, жара такая, если гангрена нахуй начнет. Я ей объясню. Ну, чего? А ногу отрежу. Хуй с ней.
Давай сразу лучше голову тогда. Иди в баню. Спасибо. Бля, с этим не шутит, Маш. Я ей объяснял уже, ну жарко. Ну, я про это не давал ей, конечно. Жара, посмотри, она у тебя вчера и была, не, блядь, вроде не опухоль не спала, а сегодня она у тебя в два раза больше, чем позавчера. Я иду, чего делал? Ну я колку скрыл ее, бля, заорал, бля, ну колку я скрыл. Блин, я орал. Больно было, да, ну колку я скрыл. Здесь, а ты свой берет где проебал? Не спрашивай, Диман. Что узнает, где Люба? Я говорю, не знаю, где. Люба с Валерой, с белорусом, он работает, а она у него где-то живет, там, в вагончиках. Я тебя люблю. Любовь Михайловна. Все. Да ладно, все. Люба самая желанная женщина на Савеловском вокзале. Да не, она мне с тобой познакомилась. Моя труба. Ты нас тогда помнил, у тебя жена выскочила, по-моему, да. Ты что-то на остановку пришел, на тот район? Блядь. Что-то мы там бухали, блядь. Ты не узнала, блядь. Ты бабла швырнул, блядь. Там Юля приехала с, это, с Володей. Это помнишь, когда вот они были, блядь? Блогеры, блядь. Ты меня спрашивала? Куда она приехала? Че, Кос, как дела? Саш. Да. Не скажу честно. Хуёво, да? Нет, выпить надо. Вроде как бы туда-сюда. Но сейчас уже хуёво. Поспал бы, товарищ. Штаны тебе там на базе вешали на ветку. Ты че, не приоденешься никак? Так это ты мне я сказал. Темно-серые там брюки висят, именно брюки. Они тебе подойдут такие, они широкие в это, в талии. Ну вот, зайдешь, может, сегодня по виднушке. Белые нахуй. Да, те такие темно-серые, серые. Сань, маленький вопрос к тебе. Иди, пожалуйста, купи вот эту. Я не вот не прошу. Все. Заебал своим пивом. Можно, девушка? Мотор, мотор. А где еще, еще есть? Мотор. Ну какой-нибудь. Сколько там? 8 оборотов. 74. Так. 74, это сколько там остается? 26, да? 26. 126. Что стоит вот из этого? 135. Вот это? Да. 209. 209. Как в аптеке. Нет, 200 грамм вареника, дайте. Музыкант. Ой, сейчас. Молодец.
Саня, есть пару копеек? Не, вон он пиво купил себе на финалин. Слушайте, есть пару копеек? Машка, тебе надо в больницу. Я тебе серьезно говорю. Пизда ты, блядь. Не строевая она. Бинта у тебя нету, да? Нет. Еще, ну, Сейчас еще куплю. На что ты? У тебя есть копейки? Мне ночью 500 рублей дали. А, ну на сегодня тебе хватит на бинт там, если что? Нет, просто у меня сегодня нет нихуя. Бинт я куплю. У меня все было. Я к Ксюхе ездил, там чуть-чуть потратил. Вот и что? А, Вишневскую, ага. Мне сказали, и Миколин помогает. Не-не-не. Там ли у Миколин уже поздно. Ну, бинтов весь остал. Я сейчас скажу. Ну, на раз, да. А эти маленькие брать? Кого? Ну, маленькие, квадратные. Типа да, бинта. Да ничего не надо. Не надо? Видела, как я делал? Несколько раз сложил, как конвертик. На него мазь налил, приложил и замотал. Меньше денег уйдет, да? А? Меньше денег уйдет. Ну да. Ну не то, что меньше денег, так оно эффективнее. А? Че? Ёб твою мать, все. Хотел поинтересоваться, а где делся этот Валера Бульбаш? В красной куртке. Честно. Он от меня через два раза уходил. Первый раз. Ну, короче, все напиздел. Понимаешь, как он ушел оттуда с работы. Вот. Никто его там не выгонял. Да. Он сказал, что их выгнали двоих. Оказывается, он ушел один. Сам ушел. Вот. Накосячил там на районе. Понимаешь, да? Да. И, короче, такая хуйня. И не следит за языком. Где-то что-то пизданул он там за работодателя. Работодатель мне позвонил, сказал, пусть он за языком следит, иначе я приеду, надаю ему по попе. Ну да, на холодец. Зачем обманывать, если не пойму? Так я не понимаю. Смысл хулить и пиздить? Ну да, набухался, ушел сам. Ну и все. Кому ты пиздишь? Да, он там причесал, что выгнали там чуть ли не ночью, нахуй. Выгнали двоих. Чуть ли не терпил его, блядь. Да, да, да. Что, подтерпил у себя, подгоняй. Да, исполнительный, охуительный. Ну, его типа нахуй послали, да? Ага. Охуительно. Хотя бы, блядь, хоть слово, блядь, промолвить. Нихуя. Ничего не сказал, да. Ну ладно. Ну еще вчера еще, знаешь, типа я поеду обратно, да? А-а-а. Я говорю, ну давай. Ну сколько его можно обратно? Раз, два, три, блядь. Через вот. Час я увижу его, смотрю, стоит здесь, уже поддатый, блядь. Я говорю, ты же, блядь, уехал, ебать его. Ну да. Я не могу понять, хули ты мне пиздишь, мне это какая разница. Ну, все, он там не мне машет. Ты вон тиши, блядь. Здесь, как говорится, кто с тебя спрашивает. Нет, хули пиздить. Или он нужен все по кирпенку, блядь. Идет, блядь. Серый, знаешь. Там не знаю.
Ладно, увидим еще.